Вы просто должны решить для себя, что вы сильный человек. Это не значит, что вы не будете ошибаться, не будете оступаться, не будете уставать, не будете где-то сдаваться и менять диспозицию. Это не будет поражением. Это будет адекватной оценкой определенного положения дел, правильных расчетов, правильной стратегии. Это должно быть принятое решение. Если вы говорите: «Окей, заваруха выше моих сил, я тут как бы точно не буду тратить на это жизнь, я выхожу». Выходите и деликатно это делайте.